Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протерей Михаил Потокин, Настоятель храма входа Господь в Иерусалим в Московском районе Бирюлева. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер и с праздником вас. Да, и вас тоже самое Спасибо. главное. С престольным. Именно так, да. да. Я когда вас приглашал, почему-то не задумывался о том, что этот храм вот именно будет посвящен этому празднику. О, то, что вы настоятель именно, именно да, вот этого да, храма. Так совпало, что называется. Да, и буквально за 10 минут до эфира, я, когда уточнял ваш титр, я вспомнил, о, узнал, что да, вот да, эта да. ситуация все промыслительно. Это мне, честно говоря, очень нравится, да, что вы сегодня В праздничный нами. день быть с вами здесь тоже. Батюшка, вот все-таки такой большой праздник и в преддверии очень сложного периода, на самом деле, наверное, даже те, кто в советское время жил и так в сознательном возрасте, они не помнят, чтобы такого, такое вообще когда-то происходило. Всегда в храм можно было ходить. Теперь же сами церковные власти говорят, что воздержитесь, пожалуйста, в связи с такой сложной обстановкой в Москве. Батюшка, как вот все-таки нужно относиться к этой ситуации, что нужно делать, как вот на самом деле в этой ситуации не унывать? Ну вы знаете, вообще мне кажется, христианин это человек, который нигде не должен унывать, потому что для него, ну само по себе наше участие в службе, которое мы обычно мы, да. Происходит. И все то, что касается вообще Евангельской проповеди, Евангельская проповедь называется благой вестью. То есть мы с вами носители этой благой вести. Другое дело, что ну, действительно разные периоды бывают в жизни и христиан в том числе. Поэтому ну, не в России, во всяком случае, но ну, мы знаем, что в истории церкви много было периодов гонений. Когда христиане были в рассеянии, когда они могли служить, собираться там в общественных местах, собирались где-то в катакомбах там и прочее. То есть в этом нету какого-то новизны такой прямо исторической, что вот случилось что-то необычайное. Просто мы привыкли к определенному ходу жизни, и вдруг вторглось некое событие, которое его разрушило, и мы всегда на это реагируем немножко так чрезмерно. И вы знаете, мне кажется, очень много здесь сильно очень влияет страх. Понимаете, вот страх вообще не является добродетелем. Мы с вами знаем, есть страх Божий, это немножко другое совсем. А вот именно страх, он человека повергает в такое состояние, когда он окажется потерян, он выбивает почву из-под ног. Ну как, мы ходим, и невидимый враг вокруг нас везде рассеян, и мы боимся, да, Еще человек чихнул, кашлянул, да-да-да, все, вы понимаете, начинаются вот какие-то, да. И, конечно, когда человек живет в страхе, это очень плохо. Но христиане, наоборот, они от этого страха избавлены. Даже если мы возьмем Евангелие, мы слышим о том, что Господь говорит, я с вами, никто, никто на вас, да, я с вами до скончания века. То есть, поэтому мы никогда не будем в одиночестве. Всегда с нами Христос. И поэтому мы всегда имеем возможность опереться на Него, обратиться к Нему, молиться и получить помощь. А вот как раз, мне кажется, сейчас большой период трудный для людей светских, которые вот к вере не пришли, и для них поэтому вот этот страх и заболеть, постоянные новости о новых больных, там цифры, которые вот растут каждый день. И люди очень, в очень тяжелом состоянии. Мне кажется, что сейчас, как раз христиане становятся той солью земли, от которой должно исходить и спокойствие, и мирное состояние духа, и какой-то оптимизм внутренний, понимаете? Потому что, несмотря на тяжесть ситуации, мы переживем и ее. Конечно, хотелось бы пережить ее как можно меньше потерь, чтобы было. Но мне кажется, что вот здесь как раз мы должны поддерживать тех, кто малодушный, кто испугался, кто заунывал, кто начал отчаиваться. И поэтому вот, наверное, та миссия сейчас, то, то вот, что, на что христиане способны сейчас в мире, который погрузился вот такой ужас, в кошмар, в уныние, и страхом одержимые люди теряют рассудок. Понимаете, поэтому здесь это очень, очень серьезная ситуация. Да, ситуация, мы не говорим, что нужно пренебрегать, там и ходить по улице, я никого не боюсь, да, но находиться в страхе, это значит находиться в страхе человек не должен, он должен ответственно, да, понимая серьезное положение, в то же время не, но не, 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 не с ужасом, не, не кидаться из стороны в сторону, это очень такое опасное состояние духовное. Понимаете, из этого состояния есть очень нехороший выход, вот такой, да, истерика какая-то, вот там резкие какие-то скачки настроения и так далее. И Поэтому... проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем, конечно. Поэтому вот э, сейчас как раз христиане, это должны быть те люди, которые этот страх, наоборот, они скажут, что да, чего мы боимся-то? Ведь все в руках Божьих, да, ведь на самом деле Господь говорит своим ученикам о том, что волос вашей головы не упадет, не упадет без воли Отца Моего Небесного, да. Поэтому здесь вот вера ⁇ это как раз то основание, которое человеку позволяет пережить очень многое и очень сложные, и сложнее даже периоды в жизни христиан, которые пережили, не унывая, не отчаиваясь. Павла, вспомните, как он пишет о себе, что он постоянно находится в гонении. Его ищут наказать, схватить, убить, обвинить. Сажали в тюрьму его, много раз били, побивали камнями. И пишет этот человек унылый или какой-то. Нет, это пишет жизнерадостный. Пишет человек, который любит жизнь, который живет полноценной, глубокой жизнью. То есть мы видим, что трудности не только Павла никак не, 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 не повергли в уныние, наоборот, они сделали его сильнее. Мачка, у нас есть телефонный звонок, мы да, работаем пожалуйста. в прямом да, да, эфире. Да, да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У апостола Петра в послании есть такие слова. «О Господа... Один день как тысячи лет, а тысячи лет как один день. Получается, что апостол Петр считал, что у Бога свое исчисление времени. А так на самом деле как? Бог свое исчисление времени у него, или Он вообще вне времени находится? Вы знаете, вообще-то Бог вне времени. Потому что что такое вечность? В вечности уже мы не можем с вами время исчислять. Но с другой стороны, Бог создал время. И поэтому он, с одной стороны, вне времени, а с другой стороны, он как бы над временем. То есть это значит, что время ⁇ это то измерение, над которым Бог так сказать, как бы он его создал, и он над этим временем. То есть он управляет этим временем. Да? Он как бы, так сказать, он создатель времени. Поэтому здесь, но сам он вне времени, потому что вечность это подразумевает как раз отсутствие того времени, того понимания времени, в котором мы живем. Нам, этого, нам это непостижимо. Ну, Тяжело это непостижимо, они... но это вы знаете как. Наверное, это могут понять только математики. Потому, потому что их математика, ум... ну, да. они, у них более отвлеченное понятие о пространствах, поэтому они могут мыслить там в трех, четырех, пятимерном пространстве, что вообще не существует в нашей реальной жизни. Да? Они Поэтому время это тоже одно из измерений, которое можно рассматривать вот как вот четыре, четырехмерное пространство, да, три координат плюс время. А можно еще больше там чего-то придумать, понимаете. То есть человеческий разум, в принципе, он очень эм, может глубоко проникать и какие-то вещи абстрактные нам доступны. Абстрактные, значит, которые не имеют аналогов здесь вот на этой земле. Они не, не можем сказать, это груша, там яблоко, дерево. Нет, это абстрактные вещи. Даже вся математика, суд, единиц единица, там, то, это абстракция. И человек может с помощью абстрактных вещей объяснять вполне реальные события. Вот это удивительное свойство, вы понимаете. То есть мы выходим как бы в пространство математики, которое не связано ни с каким, ни с нашей, ни с травкой, ни с небом, ни с солнышком. И потом из этого пространства математики мы объясняем какие-то явления, как раз в этом мире, который происходит с травкой, с водичкой, с солнышком. То есть вот поэтому действительно человеческий разум очень удивительный инструмент, очень удивительный дар, который Господь дал человеку для того, чтобы и познавать, и изменять мир, который вокруг нас есть. Поэтому я думаю, что человеческий разум многое может постичь, если он будет искать. Вопрос в том, что искать. Мы сейчас больше прикладные вещи ищем. Мы хотим, ну, многие из нас, не скажу все, есть люди, которые занимаются фундаментальными проблемами, то есть теми, которые не относятся к сиюминутной пользе чтобы получить как-то, улучшить производство, увеличить качество, улучшить, увеличить количество и так далее. А есть вещи, которые нам понимают познать, собственно, природу, какая она, что, какие процессы в ней происходят. Это абстрактные вещи, которые сейчас не дадут прибыль нам, не дадут какого-то. Но они-то как раз формируют мировоззрение людей и понимание глубоких вещей. Такая некая философия науки, понимаете? Вот это, мне кажется, об этом следует говорить, потому что мы привыкли все-таки к вещам таким приземленным немножко. Ну, вот. А время и вообще понимание философии времени — это очень интересная тема для рассуждения. Человек, если подумает над этим, мне кажется, он задумается о вечности и о том, как мы время, вот, с нами что происходит. У меня... Такой пример есть для вас. Ведь, смотрите, мы, собственно говоря, для нашего тела время необратимо. То есть мы живем, и постепенно процессы, которые идут в теле, они соответствуют некой временной шкале. Там старение, там смене клеток, ну, все, биология, да, она, так сказать, по времени mm -hmm. у нас идет. А наша душа, она, наоборот, мы можем в любой момент, скажем, вспомнить, как в детстве что-то со мной было. И причем я не вспоминаю не просто события, я переживаю их опять. То есть, видите, то есть, оказывается, что время я могу двинуть назад очень просто, душе своей, да? а тело я не могу сделать моложе на неделю. Да? Как бы я ни напрягал свои мысли, свои воспоминания, свои чувства, тело при этом остается в этом времени, которое оно подчинено. То есть мы видим интересный, вот можно, так сказать, рассуждая так, можно продумать о том, что душа все-таки не относится к этому миру. Да? То есть она имеет такое иное отношение к миру, ко времени. Вот. Это, об этом мне кажется, следует думать. Поэтому вопрос хороший именно о том, что, что такое время. А еще хороший вопрос, зачем это время это дано. Зачем? Ну как, зачем? Вот это вопрос тоже, понимаете, потому что, мне кажется, каждый из них должен задуматься над ним. Потому что время наше конечно. Ну, вот. Мы знаем, что, к сожалению, когда-то мы покинем этот мир. И время для нас закончится, мы погрузимся в вечность. Ну, так мы веруем. Ну, вот. А что дальше, какой, какой мы должны, как мы понять должны этот путь на Земле? что это, это просто реакция на какие-то внешние события. Вот встала проблема, я решил. Другая проблема, я решил с работой, с семьей, там еще. Или это все-таки живой какой-то диалог с живой жизнью, которая цельная. Вот от моего рождения до моей кончины земной, все это вот одна история. Поэтому, мне кажется, вот здесь интересно можно поразмышлять к всякому. Сейчас время есть поразмышлять дома. Сейчас многие находятся в режиме изоляции, связанной с болезнью. И мне кажется, здесь как раз подумать о каких-то фундаментальных вещах очень хорошо. — Батюшка, вернемся к празднику Входа Господень в Иерусалим. Такой интересный момент. Христос входит, Его встречают люди своими. Да, Торжественно, да, да, да. Благословен, говорят и во имя Господне. Как царя встречают. Да. Как царя. И через неделю, даже меньше, они его распинают. Почему это происходит? Вы знаете, вот обратите внимание, если то в Евангелии, даже в евангельском благовестии, есть рассказ о детях, которые приветствуют Христа. И когда спрашивает его о том, почему ты не запрещаешь им прославлять себя как сына Давидова, то есть как Мессию, он говорит, что если дети замолчат, камни, камни вы То есть это прославление оно носит даже, как бы сказать, не, не только вот такой характер рассудочный. Просудочный, значит, мы прославляем кого-то за его дела, за его поступки. А это некий, ну что такое детей прославлять? Это восторг, детский восторг, понимаете? Детское вот такое переполнение души. Это скорее даже идет не от разума, а от сердца. И здесь действительно Господь может прикоснуться к сердцу человека. Как бы с, пока еще даже, может быть, в этом сердце нет ответа. И это часто бывает. Поэтому вот это прикосновение, которое почувствовали люди, они вызвали, оно вызвало у них восторг. Восторг вот тот, который выражается ну, в каких-то необычайных возгласах. Вот знаете, как Давид, который скакал перед ковчегом Завета и, и как говорится, плясал. Да? Угу. Вот, и вот этот восторг соприкосновение с живым Богом. А, а с другой стороны, этот восторг, все-таки он, как бы это движение от него к нам. А дальше идет уже вот крестный путь, который, собственно, показывает, что человек-то вот к этому прикосновению не готов. Ну, вот, что мы погружены в, свое, в свой эгоизм. Поэтому вот однажды как-то проснулось в нас, мы вдруг наполнились духовно, да, вдохновение какое-то мы почувствовали, да, все. А потом, так сказать, опять съедает вот, собственно, я, которое человеку становится ближе, важнее. И поэтому то же самое произошло, собственно говоря. То есть здесь как бы царство эгоизма, царство эго человеческого, да, которое требует, чтобы я был Бог. Да, чтобы я был Бог в своей жизни, чтобы я решал. Почему кто это решает? Я решаю. Я самостоятельный, единица, я сам, для меня все, что есть, это вот я. Ну, понимаете, поэтому здесь нет уже места для Бога. Поэтому в, этом, в таком мире эгоизма уже места для Бога не существует и поэтому Господь идет на крест вот ради того чтобы избранных хотя бы спасти. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Тогда, добрый вечер. говорите вопрос. Я из Краснодарского края. Зовут меня... Зовут меня Раиса. Мне 85 лет. Грехов накопила за этот возраст очень много. Каялась, но не уверена, что Господь меня великую грешницу услышал. И душа скорбит, потому что 85, считая одной из ногой, я уже стою на том свете. Услышал ли меня Господь, простил ли Он мне, как мне себя вести хотя бы последние эти дни. Может, я что-то и забыла, может, я что-то пропустила, но душа скорбит от наделанных грехов, что не знаю, как прям хоть бы завтра не умереть. Спасибо вам за ваше слово. Я хочу сказать, что так не только вы чувствуете, так чувствовали многие люди, которые потрудились в церкви, и даже многие святые так чувствовали, что они недостойны. Потому что на самом деле, чем ближе мы к Богу, чем больше мы его живого, живого у нас, общения с Ним, тем мы видим больше разницу между, между, между тем, как надо было жить, когда мы знали о Нем, да и как мы жили. Поэтому, вы знаете, то, что вы видите грехи, это не значит, что их Господь вам не простил. Это значит, что просто мы стали более чуткими к себе, более внимательными. И эта способность, наоборот, нас, нас выручает, нас спасает. Ну вот, поэтому не нужно только унывать, а сокрушение грехах нужно нести в всю свою жизнь. Но сокрушение это должно быть с надеждой на то, что тот, кто нам указал на наши грехи, тот же нам их и простил. Поэтому Господь слушайте Евангелие, как замечательно говорит. Он говорит, я пришел не судить миру, но я пришел спасет, спасать мир, чтобы мир был спасен. Поэтому Господь не судья вам. Ну вот. А то, что мы, совесть наша нас судит, чем будет более она чутка, тем лучше для нас. Это самый прекрасный доктор в нашей жизни, наша совесть. Ну, здоровье Раисе. Да, Надо это да, и многих лет, да, 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 конечно. Ну, расставка. вы знаете, да, вы, вы, знаете, человек должен разумно, конечно, мы, мы любим, мы должны любить жизнь. Нам 55 лет, 55 или 85, мы должны жизнь любить. Но в то же время, вот то, что касается времени, мы должны задумываться о том, да, как мы, так сказать, прожили и что еще нам нужно сделать, вот если он, Бог нам даст еще какое-то время здесь, на Земле. Да, очень интересный. интересный вопрос на самом деле. Потому что часто, когда мы начинаем много думать о своих грехах, ну и рассуждать о том, простили или не простили, мы можем действительно скатиться в какую-то такую крайность которую мы, мы иногда называем самоедство. Да. тоже очень опасно, потому что, ну, вы знаете, ну, мы, же, мы, же на Бога не, мы же за Бога не должны решать, что Он нам да. простит. А с другой стороны, мне кажется, ну вот э, полностью иногда какие-то вещи забыть, э, ну, это нужно сильно перемениться. Можно забыть о грехе, то есть как бы жить, как будто у тебя этого не было в жизни. Но для этого нужно действительно уже при жизни его искупить. Поэтому а если мы чаем искупление от другого, мы же нам грехи то не прощены. Почему? Потому что нас искупили, нас выкупили. Цена этого выкупа очень дорогая. Поэтому мы остаемся с ними, но знаем, что нас искуплены. Мы, так сказать, есть тот, кто не просто простит, а кто вот такую страшную плату принес за то, чтобы человек всяко имел надежду на спасение, имел надежду на то, что его он освободит от греха. Поэтому вот когда мы пострадали сами в жизни за свои поступки, бывает так, что мы становимся настолько людьми другими, что как будто мы этого не делали. А если мы сами не, не искупили то, что с нами случилось, есть тот, кто принес жертву за нас. Стало так интересно, как это забудь грех, как будто он, он который был? Это а... у Силуана Афонского есть прекрасная в этом смысле в Архимандрит сафуроне книжке рассказ, как он был молодым еще крестьян, он такой благочестивый из крестьян был. И на каком-то празднике деревенском мужчина один играл очень и веселый, так сказать, пел песни на гармошке, а он знал, что мужчина до этого, он убийца бывший, да, убил человека и потом попал на каторгу. И он спросил у него, как ты можешь вот так веселиться, когда ты когда-то человека убил, что ж ты, сказать, у тебя совесть уснула. Он, и мужчина ему ответил, что нет, я просто 25 лет провел на каторге за этот свой поступок и очень сильно каялся. И Бог мне простил. И вот Силуан вспоминает об этом, вот Архимандрит Сафрон записал его воспоминания, о том, что он действительно почувствовал, что Бог его простил. Но для этого как каяться нужно, понимаете? Поэтому здесь вот, но есть такой опыт, действительно, человек может почувствовать, что он прощен, да, вот, но 25 лет покаяния, это немало. Это практически вся жизнь. Практически вся жизнь на каторге, мы понимаем, какое-то искупление дорогое. Да, это очень сложный. Но это путь, вот человек прошел этот путь, и э -э -э, старец Иллан приводит этот пример, как бы, как пример того, что человек стал, как бы, другим. То есть он уже не убийца. Убийцем то был другой человек, а он как бы возродился, да, он как воскрес от этого, да, но воскрес через страдания собственные. То есть он 25 лет страдал сам за тот грех, который он совершил. И потом он вышел обновленным. То есть уже он не вышел, он уже не убийца. Интересно. Батюшка, тоже очень интересный вопрос, очень важный. В Чистый Четверг, Великий Четверг принято причащаться. Такая благочестивая традиция, когда вся полнота, все ну... до единого причащаются. Сейчас, по всей вероятности, будем лишены этого. Ну... Если ты не причастился в чистый четверг, что будет? Потому что для многих это очень сакральный такой момент, именно в чистый четверг, вот, принести такую генеральную исповедь и так далее. Ну, очень хорошая традиция, но сейчас мы не, будем ее ну, Это не только традиция, конечно, это связано и с верой нашей. Да. Но просто дело в том, что мы с вами знаем, что литургия всякая, это есть вечеря тайная. Да? То есть мы с вами присутствуем на всякой литургии, мы возвращаемся присутствием своим, тайную вечерю. Не просто где-то вспоминаем это, нет, мы присутствуем на ней. Есть Собственно на говоря, это, самой... есть, да, это и есть тело Христово. Что такое тело Христова? Это мы все молящиеся в храме. Священники, миряне, клирики, все, кто пришел вот на литургии, мы и есть тело Христова. Тело Христова, оно как раз вот совершается, таинство его на Евхаристии вот, в Тайный Вечере. Поэтому Тайный Вечер у нас в каждой литургии. Мы совершаем вот, приношение, благодарение. И, ну, здесь не нужно переживать, потому что бывают разные периоды в жизни человека. Ну, хорошо, сейчас это вынужденное, потому что объявили карантин. Но ну, а бывает, человек заболел. Ну, заболел, мы же все, как бы, здоровье Тоже карантин, нашего... по сути, у него. Ну, да, но заболел просто не все, да, не, не запретили там на службу прийти. Но я заболел, и как? Вот болезнь меня приковала, дома сиди. Понимаешь, стой же, я от этого оказываюсь отлучен от церкви, там от причастия и так далее. Нет, ну я выздоровлю, приду. То есть пройдет время, я приду. Просто не нужно так как бы переживать о том, что не зависит от нас. Если бы одно дело, я сам выбрал не ходить в церковь в этот день, и потом бы переживал, что я не пошел. А другое дело, когда меня не пустили, обстоятельства не пустили. Там и собственные болезни, и карантин, какие-то еще обстоятельства. Но тогда, значит, от меня это не зависело. Мое желание все-таки быть в церкви в этот день. Да, ну такой тоже вопрос интересный. Говорят, надейтесь на Бога. А еще говорят, что чрезмерная надежда на Бога называется искушением, искушением Господа. И вот непонятно, как быть. А тут всегда эта грань такая, она очень тонкая, поэтому ее перейти легко. И царский путь в этом смысле, он как раз это, нам искать его нужно. Потому что мы действительно склонны то в одну сторону отклоняться, то в другую. То у нас слишком мы надеемся, да, то мы искушаем. И здесь в этом смысле именно опыт жизни. Господь говорит так, по плодам их узнаете их. Но, но, самое важное все-таки, мне кажется, в этом смысле, то, что нам поможет, если мы будем все-таки искать какого-то, ну, я бы сказал, не смирения, но хотя бы какого-то спокойствия мыслей. Потому что смирение это уж очень высокая добродетель. Но хотя бы какого-то спокойствия мыслей, вот успокаивать себя, да. хочешь ты сделать там много, но ну, сделай сначала мало, но сделай хорошо. Потом посмотри, что выйдет, потом уже берись за большое. А у нас всегда большие планы, мы иногда так перебарщиваем с ними. Поэтому здесь вот нужно ну, в малом кто будет верен, на многим будет поставлен. Нам Евангелие так говорит. Поэтому вот в малом будешь верен. Вы знаете по поводу чистого четверга и вообще присутствия нашего на службе, да? Конечно, mm -hmm. это вот ну, самый, может быть, торжественный, таинственный момент церкви. Он удивительный. Это ну непередаваемое. Это таинство, в котором Христос является в мире. Но что касается вот э, причащения, вы знаете, я когда-то у одного духовника слышал такое э, вот, понятие, как духовное причастие. Когда человек приходит на службу и молится, участвует в богослужении, но не причащаясь сам как бы физически, он все-таки получает часть даров Святого Духа, которые приходят на всех молящихся, которые снисходят на всех молящихся. Да? То есть вот наше участие в службе, оно неформальное все-таки. Да? Ведь мы понимаем, что человек, который э, все, все время думал о себе или о каких-то своих делах, потом пришел причаститься, просто ну, принял да, тело и кровь Христова. Да? Как он принял ее? Да? Он принял ее, ну скажем, невнимательно. А другой человек пришел, или там он не может причаститься, но у него душа горит. Он сам, так сказать, вот, он каждое слово он сердцем своим, так сказать, повторяет. Да, если человека душа горит Богу, да, он может получить дар Святого Духа, даже не находясь вот, не, не причащаясь физически вот, как бы, телу тело крови Христова. Такое мнение, я не говорю, что это вот, это так должно быть. Но, вы знаете, тут зависит именно от нашего желания и от какой-то целеустремленности к этому. Поэтому вот, мне кажется, здесь возможность есть тоже. Все равно не, не, безотрывно быть всегда со Христом. Несмотря на то, что обстоятельства вынуждают нас находиться дома, а не в церкви. И мы физически не можем присутствовать на службе и причаститься в этот день. Отец Михаил, у нас есть телефонный звонок. Да? Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. В эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником вас. Спасибо. И хотелось бы, по-новой услышать ваше понимание о проклятой смоковнице, о которой завтра мы будем вспоминать, потому что как-то не укладывается она у меня все равно в голове. Расскажите, пожалуйста. Спасибо, да, действительно, такое Евангелие, где дело в том, что смоковница в это время не должна была плода приносить. Но речь идет, наверное, не только о, о, об этом моменте, да? но в принципе вот то, что то, что получила жизнь, оно получило ее не ради вот не собственно ради себя, да. То есть, все это, все творение, все, все то, что, так сказать, оно, либо оно устремлено к Богу, либо оно устремлено в собственное бытие, да. И вот здесь как раз, вот та разница, которая есть в жизни и, и не только смоковницы, как дерево, и природы, но и мира всего, да. И вот, собственно говоря, если вот этого устремления-то к Богу не возникло его, да, оно может быть не прямое потому что мы слышим с вами, как апостол говорит, что Бог является себя язычником через природу. Но все-таки, если вот этого высокого душа не нашла, то она остается бесплодной. И Господь говорит о том, что ну, раз ты не искал, то уже и нет у тебя, и ничего ты и не найдешь. Но действительно, представь себе, что у нас нет желания даже, нет мысли о том, зачем я живу. Но тогда что я найду в конце жизни своей? Я найду пустоту. Поэтому здесь, собственно, да не будет тебе плода вовек. Вот такое слово, которое показывает о том, что э все-таки вот э -э, все, все, все то, что к Богу прикасается, все плодоносит. Да? А если нет желания, да, ну вот. Вот следующий вопрос. Ш что делать, если я не имею слез покаяния, никого не люблю, лениво, нет внимательной молитвы, все мои грехи смертные, иногда уныние проходит но стоит разозлиться, снова знаю, что не пройду ни мытарств, ни страшный суд, я пропала. Вы знаете, не нужно никогда думать за, за судью, потому что мы с вами никогда не поймем, как Господь будет нас судить и по каким он будет правилам, так сказать, вот кого-то миловать. Да, мы с вами знаем, что это все-таки в руках Божьих. Но мы с вами Евангелие должны чаще читать, когда мы унываем, потому что там книга, в которой нам открывается именно, собственно, все. Господь говорит сам, что я, говорит, пришел не праведников искать, не призвать, а грешников на покаяние. Ну, если грехов много, значит, он для нас пришел. Ну, значит, он к нам будет особенно внимательный. Значит, он ради нас, собственно говоря вот готов и принести жертву свою. И здесь, наоборот, эта книга Великой Надежды для всякого грешника. Если у меня грехов нет, я считаю так, то это более опасное состояние, чем если я вижу свои грехи, раскаюсь в них. Вот этого нужно бояться. Когда душа моя высохнет, я скажу, о, я праведник, у меня все хорошо, я, так сказать, не нуждаюсь ни в ком, не нуждаюсь ни в покаянии, ни в спасении, ни в помощи ни от кого не нуждаюсь, я все сам сделаю. Поэтому, наверное, вы знаете, иногда нам Господь попускает какие-то грехи, от которых мы избавиться не можем. То, что нас вот избавь, и мы сразу нос задерем и скажем, ну, все, я, так сказать, праведный человек, я все преодолел, я все смог сам, я всю свою жизнь устроил, да, а когда жизнь не устроена, вот тут-то как раз и рождается молитва. И думаешь, вот, Господи, ну вот сейчас, как знаете, многие начинают молиться, потому что жизнь переустраивается, да, мы теряемся, как, где вот где опоры, где найти, да. А вот тут как раз обращение к Богу. Поэтому на самом деле просто не нужно бояться этого, не нужно бояться неустроенности жизни. Ну вот. Это, конечно, так неприятно, нам хочется все время какой-то определенности, чтобы все было хорошо, красиво, лубочный такой мир вокруг нас был. Но это не живой мир. Живой мир такой, который иногда приходится и где-то и страдать, где-то и переживать, и, и не знаем, что будет, и вот находимся в таком тоже иногда в поиске. И это живая жизнь. Следующий вопрос. Читай 40 дней Акафе за едино умершего. Можно ли читать его в Светлую Седмицу? Вы знаете, в Светлую Седмицу вообще не принято читать за упокойные молитвы, именно поскольку, поскольку характер пасхального богослужения говорит нам о воскресении. Воскресенье это как мы говорим, вот читая слово Затоуста на Пасху. Воскрес Христос и не един во гробех. Никого нет в гробех. Да? Никто, никого умершим мы уже не считаем в этот момент. Потому что все воскрешено, вся природа, весь мир. И поэтому здесь мне кажется, что все-таки уместно это читать в другое время, а в пасхальное время читать пасхальные молитвы. И думать о том, что не просто умершие находятся где-то, а что они ждут воскресения. Следующий вопрос. Просит помолиться за Ирину. И такой Помоги, вопрос. Господь. Меня постоянно поносят нехорошими словами. Все, все прекрасно понимаю. Когда поносят, это хорошо. Но терпение уже на исходе, и молюсь каждый день за врагов. Помогите, спасите всех. Как здесь быть? Ну, трудно, конечно. Я представляю себе, когда, когда тебе хвалят, очень хорошо жить. Когда тебя начинают ругать, ну, так как-то не очень приятно. Но вы знаете, здесь все-таки нужно какую-то меру себе держать и стараться ну, понимать о том, что не всегда мнение людей справедливо. Ведь, собственно говоря, мы с вами понимаем о том, что да, ну какие-то вещи люди в нас замечают и весьма толково иногда нам подсказывают, как нам поменять жизнь. А иногда это продиктовано их самолюбием там, или отрицательным отношением к нам. Поэтому здесь не все нужно принимать к сердцу вот так, как будто вы так, а такова и есть, как, вас, вот, как о вас говорят. Да? Но и третье, что нужно сказать, что мы всегда все-таки не одиноки. Потому что с нами Бог, и мы знаем, что Он как раз всякого немощного, слабого, недостойного. Вот он их как раз любит. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте, Здравствуйте. это Ксения из Мичуринска. Такой вопрос. Страст седмицу можно читать сварцы за живых и за мертвых? Вообще, Страстную Седмицу Псалтырь читается до среды, по-моему. Да, пока потом уже к Да, себе до считается. среды, да, читается за богослужением. Раз за богослужением читается, значит, и мы читаем тоже. Но, в принципе, мне кажется, Псалтырь можно читать всегда, потому что большая часть наших молитв, она содержит в себе или прямые цитаты из Псалтыря, или даже целые, так сказать, или, ну, некоторые хотя бы от, отрывки Псалтыря, да, но даже те же прокимные, мы же произносим это все, Слово Божие, это все псалтырь. Поэтому здесь псалтырь, мне кажется, можно читать всегда. Просто, ну, понимаете, в разное время молитвы, ну, они, есть там время молиться за близких, там, за усопших, а есть время просто побыть со Христом. Есть такое стихира, по-моему, Великой Пятницы, которая начинается с такими словами пойдем со Христом к горе Илионской, тайно со апостола, соводворимся ему. То есть когда-то нужно подумать о нем, да, и быть рядом с ним. Да, как мы вот когда молимся о близких, мы рядом с близкими своими, мыслями, чувствами, сердечно. А здесь все-таки есть время, когда мы рядом со Христом, вот как бы вот, по, вот в этот момент побыть, да, как... И здесь, мне кажется, это большой дар, то, что у нас есть эти дни, в которой мы можем сопровождать его вот молитвенно, участвовать, так сказать, ну, может быть, богослужение теперь нельзя участвовать нам, но мы можем почитать эти молитвы Страстной Седмицы, они удивительные. Прочитать Евангелие Страстные, которые вот есть 12 Евангелий, которые в пятницу читают. То есть побыть со Христом в эти дни. А, а близких мы всегда молимся, они всегда с нами. Да? А вот здесь как раз, знаете, как Господь говорит, ученикам, нищих всегда имейте с собой, меня не всегда имеете. Как исполнить правильную заповедь Кесарю Кесарева о Богу Божием в связи с карантином? Это я сам не знаю. Нет, но ну я, вы знаете, все такие вопросы касательно вот вещей, связанных с мерой. В какую меру мне нужно потрудиться духовно, в какую меру мне нужно отдать свой долг государству, обществу там, и всем прочим, которые я тоже имею и тоже обязан его отдавать. Это вопрос меры. Вопрос меры — это вопрос очень личный. Потому что, скажем, для одного человека мера одна. Да, и я думаю, что вот для преподобного Серафима мера была такая, так сказать, он, может быть, в государственной жизни не очень сильно участвовал и в выборах там, или не выборов не было там, я понимаю. А вот что касается духовной жизни, наоборот, именно эта жизнь в нем была настолько живая и настолько глубокая, что она все остальное в нем заполнила. Понимаете, поэтому здесь вот нужно понимать, что в меру своего духовного возраста человек должен заниматься и вопросами духовными, и участвовать в них. Но эту меру мы должны, это она личная, она разная бывает. А где-то человек есть, который наоборот на государственной должности и в, такое, в тяжелое время какое-то, вот как сейчас, он должен больше присутствовать на работе, чем в церкви, больше там трудиться, чем молиться. Ну, медики сейчас, да как они, вот я не знаю, лично не видел, но передают, что они очень в напряженной работе, и какой же там они, и дом-то не бывает сейчас, они многие в изоляции находятся, потому что они все время общаются с заболевшими, заразившимися. Поэтому вот тут какая мера, они всю свою, сейчас все, все свои силы отдают на помощь ближним своей специальности, своему труду и фактически государству, да, то есть, которые их, э, вот они находятся на госслужбе, они государственные служащие. Поэтому здесь не нужно, тут мера меняется, и меры лично зависит от нас самих. бачка тоже э, такой интересный вопрос задает нам Наталья из Германии. Почему в Евангелии от Иоанна нет упоминания о двух разбойник, разбойниках, распятых со, Христом? И нет этого известного изречения «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Вы знаете, ну, это вопрос именно к тому, что Евангелие вообще, они написаны, ну, мы видим с вами, что в них много есть таких мест, которые, так сказать, вот там один бесноватый, два бесноватых, да, в ну, одном или стадии. Разночтение. Разночтение, да, то есть это не, э, не, научная работа, это не книга, которая вот она историческая или э, автобиографическая или какая-то еще, где мы должны именно вот точность деталей соблюсти. Это книга духовная, то есть важно понять, что в центре священного писания стоит дух, которым написано оно. И когда мы читаем, мы соприкасаемся с ним. А что касается конкретных событий, которые вот они описаны у одного английского, у другого, они как раз-таки сочетаются с тем духом, которым он так сказать, написан, и с той целью, с которой писалось вот данное данное священное писание. Поэтому здесь э, самый Богослов, между прочим, в конце Евангелия говорит, что еще многое сотвори Иисус, я же несу писано в книгах. То есть, э, и не, не вместит целый мир в пишемых книг. Да? То есть, э, говорит о том, что столь много сотворил Христос, что это не поместится во всех книгах мира, если описывать это подробно. Это уже как бы отсылает нас к тому, что сам Евангелист говорит о том, что он описал только то, что он ему было открыто, как вот самое сердцевидное содержание. Знаете, евангелисты пишут Евангелие именно исходя из самого, вот, самого, важного, что нам нужно узнать. Не, совершенно вообще никаких ненужных деталей, никаких вот всего этого, ничего этого нет, ничего от себя. Все духа святаго и все только самое необходимое. Поэтому здесь вот среди самого необходимого евангелист нашел вот те события, которые написал, но сослался на то, что еще много всего того, о чем он не упомянул и что не вместить целому миру книг. Но, кстати, и разночтения в Евангелиях говорят о подлинности. Безусловно. Потому да, что да. если бы все было списано с одного источника, не, но ну это а не искусственно бы... созданная книга. Да, да, да. Это живая, это ж, живая жизнь, а живая жизнь она не может быть понята одинаково. Понимаете, встретите двух людей, покажите им одно там событие или одно а, а, одну вещь и спросите, что вы видите, и люди увидят все по-разному. Поэтому, наоборот, живая жизнь, она всегда, она преображается, она вот, она в движении. А как раз мертвое, оно статично, его можно изучать, расчинять там, распиливать, смотреть, что внутри, как и что. А живое нельзя. Да, это когда даже даешь какие-то показания или рассказываешь что-то, через какое-то время ты по-другому расскажешь. По-другому, да, да. Ты вырос там, ты изменился, твои впечатления более другим стало, да. То есть мы же тоже... Мы это можем, это том, свойство понимает. живой жизни, да. Писали люди. Ну да, это, и это, же, это и... да, да, не писали не просто. иногда говорят писали люди, что демон людям свойственно ошибаться. Здесь писал дух святой, но просто да, но, писали, но просто, просто, же. просто это живое, это живое слово, оно не мертвое, оно не не подлежит вот изучению, как мы изучаем как вот ну как-то отвлеченно. Что это значит? Что мы всегда в диалоге с, со Словом священным Писания. Это взаимодействие. Есть такой интересный философ 20 века, Мартин Бубер, и у него есть книга Я и ты. Вот. И в этой книге, в своей философской работе, он рассматривает как раз вопрос взаимодействия. Понимаете, когда мы изучаем кого-то или что-то, то на самом деле здесь нет взаимодействия, нет предстояния одного другому. Мы отвлеченно мы, и предмет нашего изучения он где-то вдали от нас. А есть, когда мы находимся в живых отношениях. Понимаете, в живых отношениях не изучают другого. Мы не можем сказать, почему нам человек нравится, если он действительно нам нравится. Когда мы начнем изучать этот вопрос, он перестанет нам нравиться. Потому что мы начнем, найдем в нем много того, что нам не нравится. Правильно? А если мы не изучаем ничего, а просто вот нравится, вот, вот полнота, ощущение, понимаете, полнота впечатления, живая жизнь, диалог. Вот Евангелие — это диалог всегда. Это никогда не вот какое-то отвлеченное что-то, что мы начинаем изучать. А если мы начинаем изучать как нечто отвлеченное, не переживая то, что вот в нем написано, то тогда у нас получаются вот эти все удивления. Почему здесь так, а почему здесь не так? А потому что это живое, это вот именно как взаимоотношения живые между двумя личностями. Есть вопрос о Когда причащалась, так сказать, ей дали только кровь Христа, а частичку она тело не получила. Считается ли она считает ли считается ли это причастие целостным, состоявшимся? Конечно, считается. Безусловно, мы же так и младенцев причащаем. Неужели мы их будем отделять как-то наоборот? Они нами так любимы. Ну вот, поэтому здесь нет Любое И тело, и кровь Христова содержат всю полноту его жизни. Ну вот, но э, наша как бы общая э, традиция причастия нашего тела, мы крови Христовой, да, но в то же время в любой микроскопической частице да, тела или микроскопической капли крови Христовой, весь Христос содержится целиком. Значит, мы приобщаемся к Христу через кровь Христову, так же, как мы приобщаемся через тело и кровь. В некоторых евангельских сюжетах бесы просят Господа, и даже сатана обращается к Господу. А значит ли это, что они между собой общаются? Ну, скажем так, Господь допускает их к общению. То есть, Он допускает им говорить. И это происходит, ну, как бы сказать, с, может быть, такой даже несколько воспитательной точки зрения, чтобы показать человеку, кто, собственно, есть сатана. Потому что самое главное в нашей... Это ошибка прельщения. Он говорит о том, что Сатана — отец лжи. И он должен его и заплечить. То есть человек должен почувствовать, понять, где Сатана его соблазняет, чтобы не, не встать вот на, эту, на этот путь. И поэтому вот действительно здесь Господь явно позволяет им вступать с ним в диалог, позволяет им слово сказать. Да? Ну вот. При этом, чтобы действительно человек научился различать какого мы духа, да, различать духов, духовные предметы, откуда это исходит, да, От какого природа. Ну, вот это, потому что бесы, которые выходят из людей, они Христа называют Сыном Божиим. Да? Кто, мы знаем, тут и святые Божий, Да? То есть они, вообще говоря, его исповедуют. Но при этом они исповедуют его, находясь в полной ненависти к его творению, к человеку. Да? То есть, вот оказывается, исповедание, то есть, на, на, что Христа признавали они, да, что Он Христос, что Он Сын Божий, они признавали, да. Но это не значит, что ты свое отношение к Нему высказал. Батюшка, сейчас, находясь в самоизоляции, и, и тем более в на настросной неделе, хочется молиться. И вот телезритель спрашивает, вот как правильно заниматься Иисусовой молитвой вот в этой ситуации? Ну, я бы сказал так, что все-таки молитва, она не должна быть какой-то вот целью такой, содержать какое-то количественное измерение. Я имею в виду время или количество молитв. Иногда мы назначаем себе, что вот такое-то количество мы там сотню, тысячу прочитаем, или по времени будем столько-то молиться. Все-таки нужно искать, наверное, в молитве содержание, именно вот тот диалог, о котором я сказал прежде, что человеку важно почувствовать, да, что он молится, что он Богу предстоит. И поэтому, вот, наверное, самое важное здесь сосредоточенная молитва не в количестве, она именно в сосредоточенности. Она в каком-то, ну, в начале, скажем, в какой-то тишине от всех внешних мыслей. То есть нужно уйти, постараться от всех вот всего того, к чему мы привыкли и чего нам, что нам сейчас на уме, о чем мы рассуждаем, о чем мы говорим, о чем мы думаем, и в частности от коронавируса тоже нужно уйти. Но когда мы забудем, что он есть, тогда, наверное, можно будет молиться. А пока мы будем думать и о нем тоже, у нас все-таки будет пока ну, нас перетягивать получится. очень сильная тема. Сейчас, наверное, нету ни одной передачи, ни одного человека, который про него бы не говорил много раз на дню. А вот если мы забудем, что он вообще существует, да, да, вот, наверное, такая молитва может быть тогда у человека. Потому и что при этом все... соблюдая все предписания. Нет, я имею в виду, конечно, я имею в виду, что внутренним освободимся от всего того, что нас занимает. То есть, что нас притягивает, вот какие-то интересные сведения, события и так далее. Мы внутренне даже освободиться от этого. Потому что иначе в нашем сердце места Богу нет. Мы должны его освободить, это место. Понимаете, вот облаженный Августин, по-моему, писал, что никогда не приходи к Богу с полными руками, тебе ничего будет от Него унести. Вот полные наши руки – это руки полные всяких мыслей, забот, переживаний, вопросов. А вот если мы все это очистим, тогда мы что-то можем принять. А молитва – это как раз дар, который мы от Бога принимаем. То есть это не от нас идет, это идет от Него. Многие святые учили, что молитва – это дело ангельское, не человеческое, что мы ступенькой ниже молитвы стоим. Это нам подарили свыше. Ну и многие молитвы мы от ангелов услышали, правда ведь, да? То есть здесь обмолиться трудно, но для этого нужно вот максимальное напряжение нашего духовного естества, духовной природы нашей. Но в молитвах мы не только схваляем Бога, мы часто просим о чем-то, требуем. Ну, наверное, жалуемся. это да, это да, часть, наверное, наших молитв, потому что на самом деле э, наша молитва это, наверное, состояние уже, когда мы ничего не просим, когда мы просто в диалоге находимся с Богом. Да, я имею в виду, спрашивали про Иисусову молитву. Да, да, да. А там прошения то нет никакого. Там есть, собственно По говоря, помилования грешного, да, и все. Она самая короткая, но одна из самых глубоких молитв, которые человеку позволяют вот прикоснуться к Богу так вот внутреннее содержание этой молитвы, молитвы, может происходить в человеческом сердце, она может сама совершаться. То есть человек может без всяких усилий. Вот, Это самая умная молитва? Да. Но при этом она очень легко попадает. Поэтому человеку удержать ее практически в светской жизни, наверное, очень сложно в миру. Поэтому вот в основном уединение да оно способствовало, но не то уединение, которое сейчас в квартире. Сейчас уединение в квартире это там с телевизором, с телефоном мобильным, с интернетом. Это я не считаю уединением. Уединение, когда мы от всяких мыслей. Вот я говорю оторвись от коронавируса, тогда вообще забудь про него, не думай и не переживай о нем, потому что это все приходящее. Подумай действительно о душе и освободись от всех вот этих мыслей, которые тебя привязывают к земному. Отец Михаил, спасибо вам за эту беседу. Еще раз поздравляю вас с престольным праздник. Ну и на этом будем прощаться. Я попрошу вас обратиться к нашим телезрителям. Я всегда, сейчас время такое, видите, оно может быть определяет наше обращение. То, что хотелось бы пожелать всем именно такой хороших, сосредоточенных таких дней. Ну вот, и не в переживании каком-то внешнем, а именно во внутреннем таком строе хорошем жизни, при общении к тем событиям, которые происходят. Ну, и, конечно, с надеждой на то, что все эти испытания мы пройдем, ну вот, что мы вернемся к богослужению, любимому нам. Поэтому вот такой позитивный, вот хороший настрой должен быть у нас, когда мы вот попали в такую ситуацию непростую, но знаем, что Господь нас ней не оставит. Спасибо, бачка, еще раз. И напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма входа Господня в Иерусалим, протерей Михаил Потокин. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. До новых встреч.